30-е годы в Сочи шла грандиозная стройка века. Строился курорт всесоюзного значения. Большие денежные потоки были направлены в город для возведения здравниц. Контролировал строительство уполномоченный Центрального исполнительного комитета Александр Метелев. Одна из улиц города теперь носит его имя. Он и пригласил в Сочи академика-архитектора Желтовского, который спроектировал здание нынешнего художественного музея. Строилось административное здание в стиле неоклассицизма. Торжественная колоннада портиков, которая столь, казалось бы, маленькому зданию придает мощность, величественность, торжественность, грандиозность. Кстати, торцы портиков были возведены и по бокам, и в них были установлены скульптуры мужчин, плотника и каменщика. И символично, что именно в них отразилось новое общество, общество строителей нового государства, потому что по всей стране тогда возводились города-заводы. Тогда это было управление, позже горком партии. Памятником архитектуры федерального значения здание стало много лет спустя, в 1974 году. А в 1976 году было принято решение организовать здесь художественный музей. Фонд в первую очередь формировался за счет произведений искусства, которые поступили из санаториев и здравниц. То есть такие санатории, как Сербо Орджоникидзе, Металлург, Правда, Родина, Москва, даже городская больница номер 2, они передавали в фонд нашего музея произведения искусства, в том числе Шишкин, Поленов, Лагорю. Вот парусник в бухте. Картина автора Ивана Вельца, передана из санатория «Золотой колос». Санаторий «Правда» поделился русским пейзажем Шишкина. Сейчас уже художественный музей насчитывает более 8 тысяч экспонатов. Все они хранятся в запасниках музея, здание которого в следующем году будет отмечать 80-летний юбилей. И лестничные марши, и потолки даже после капитального ремонта сохранилась строгость линии классики, монументальность и величественность. Художественный музей по праву является главным украшением центра города. В 1936 году 17 августа была сдана в эксплуатацию и гостиница «Приморская». Это тоже памятник архитектуры. Вот так она выглядела раньше и была лучшей гостиницей курорта, сохранила свой исторический облик до наших дней. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.